Всем привет! У нас сегодня солнечно-солнечно. Уже как бы похоже больше на лето. Ну, я, как обычно, с утра иду куда? Кормить рыбок. Ну, идемте со мной. Посмотрим, какие у нас тут изменения после дождика. Ой, как хорошо, солнце светит. Прям не нарадуюсь. Кстати, как тут мой цветочек, за который я спрашивала, чтобы вы мне написали, кто знает, что это за цветочек. Вот он цветет, смотрите. Птицы поют. Пиончик уже больше раскрылся. Славяны огурцы, как солдатики стоят. Ну, посмотрим, что из них получится. Так, ну идем кормить рыбок. Кормим рыбок каждое утро обязательно. Вот, куст мой все больше и больше набирает цвет. Так, воды, конечно, поболее стало в прудике. Лилии цветут. Кушайте. Но они что-то там прячутся. Прячутся, наверное, еще чувствуют. Кстати, это у нас сегодня солнечный день. А завтра у нас начинаются опять дожди. И будет целая неделя дождей. Гусики на месте. А фламинго как не стояли, так и не стоят. Не знаю, когда их достанут. Все говорят, не помним, куда положили. В какую схованку. Ну, может быть, сегодня найдут. И поставят на место фламинго. А птицы поют, слышите? Они тут на вишне сидят. На вишенке. И поют, поют. В этом году, кстати, вишен практически не будет. Вот так. Пустые ветки. Я сейчас вам покажу. Смотрите. Видите, пустые. Где и нигде вишенка. Так что, такие вот дела. Дальше. Что у нас тут дальше? Что у нас тут дальше? Тут все в порядке. Все в порядке. Вот груши, похоже, что в этом году будут. Это у нас третий год эта груша дает урожай. Первый год было, по-моему, 2 или 3. В прошлом году штук 5. Ну, в этом году посмотрим, сколько останется, конечно. Ну, груша вкусная. Кстати, вот этот листик надо срочно убрать. Все, которые с желтыми пятнами. Это я приду и эти листики все уберу. Это болезнь. Вот ржавчина. Надо прийти и все это убрать. И сжечь. Тут села в качельку. Смотрите, сколько воды натекло. Надо сейчас ее слить с пленки. Целая. Ох, какая бульбочка. Ой, как хорошо. Хорошо тут покататься. Наверное, надо уже мои гвоздички срезать. Они уже отцветают. Я их срежу, чтобы они еще раз зацвели. Туечки пошли в рост. Мне нравится, что уже такие новые побеги пошли. Ну, после дождя, конечно, и пошел сорняк. Но сейчас еще сыро, чтобы его вырывать. А на завтра обещают опять дождь. Так что не знаю, когда этим заниматься. Но заниматься надо. Ой, как хорошо отдыхать. Так раз, покачаться, покачаться. Прелесть. Когда солнышко, прям настроение такое хорошее, хорошее. А когда дождик, ничего не хочется делать. Какая-то такая апатия наступает. Так, ну что, дорогие мои, портулак хорошо стоит. Кстати, сейчас надо глянуть, что там у меня с моими бархатцами. О, в углу там розочка расцвела. Ну, она такая, типа шиповника, наверное. Так, что здесь? Что здесь?
Ой, косточки нормально. Вот так вот. Я думаю, все будет в порядке. Ой, какие они хорошие. Высадила. Прекрасно стоят. Все замечательно. И эта туечка тоже вот уже в рост пошла. Вот какой вырос новый побег. И здесь тоже новый побег. Ну ничего, скоро вырастут. На обед у меня сегодня рыбный супчик с вот такой вот рыбкой. Это семгочка. Вот такой у меня супчик. Сейчас он закипит и все. Обед у меня готов. Вот уже закипает. И варю компотик. Целую кастрюлю компотика варю. У нас без компота никак. И пойду срывать листья желтые с груши, потому что это не годится, это болезнь. Я в прошлом году эту грушу обрабатывала, я не помню, какое-то средство у меня записано, обрабатывала. Ну вот, видимо, не до конца. Пойду сейчас эти все листики уберу. Все, супчик мой готов. Обрезаю свои гвоздички, чтобы они еще раз зацвели. Вот уже две сколько. Но какой запах от них идет. Они так вкусно пахнут, как духи. В общем, продолжаю. Продолжаю. А красота какая. И жалко, ну уже все. Уже они отцветают. Обрезала, как и не было. Вот так. Вот такие кустики остались зелененькие. Тина. Как это, как в сказке. Первый раз забросил невод, поймал тину. Второй раз. Сколько мусора. Рыбки есть? Прям на траву начинается уборка. Это столько водички накапало от дождя, да? И листья, да. И мусор. Ну ветер же ж был, листья летели. Плюс с улицы. Сильно холодная вода? Нет. Плюс с улицы пыль, грязь. Ну это ж дождевая вода, она всегда грязная. И за борт. И за борт. Все средства хороши, да? А? Все средства, и швабра, и ведра. Ну а как? А некоторые не убирают на зиму. Стоит, а потом вымывают уже летом и заполняют воду. Так. Ну, еще, наверное, ведра три, и можно будет уже шваброй. Да. Ух. Ух, сколько воды. Включили водичку. Так что начинает заполняться наш бассейн потихонечку. Славик там что-то еще колдует, что-то там еще устанавливает. А, ты фильтр ставишь, да? Yeah. Он фильтр ставит.
Вот. Сейчас посмотрим, что он там колдует. Ну, я думаю, мы успеем, пока дождь не пошел, а потом накроем бассейн. Ну, дело в том, что даже если пойдет дождь, уже можно включать насос, очистки. И все будет нормально. А ты таблетки купил? Нет, я завтра куплю. В общем, будем ждать наполнения бассейна и, конечно же, тепла. Это называется скиммер. Скиммер? Да. Насос качает воду. Угу. Вот, на очистку, фильтр. Это крепится здесь. И листики, все, что сюда попадает, здесь вот есть такое ведерочко. Раз. А там сеточка, да? Тут вот есть сеточка. Угу. Вот, все предусмотрено. Это все, господа, китайцы у нас делают. Вот такие они. Умные. Ну, почти. Что-то я не так, ладно. Делай, чтобы все было правильно. Делай, когда вода заполнится, тогда установлю уровень. Хорошо. А водичка течет. Течет водичка. Вот она. Ну, теперь будем ждать. Да, теперь будем ждать. Медленно набирается, да? Угу. Ну, наберется. Не переживай. Славик, поздоровайся. Добрый вечер. Да, бассейн заливается. У нас уже вечер. Бассейн заливается. На этом буду заканчивать сегодняшний влог, потому что, ну, конечно, что течет водичка, но завтра посмотрим. Все, дорогие мои, на сегодня все. Завтра будет новый день, новые события. Поэтому до завтра.